Татьяна Севрякова – одна из первых пациенток круглосуточного стационара Молоковской больницы. У нее хроническое заболевание, и раньше женщина лежала в старом здании медучреждения. Поэтому кто, как не она, может оценить новые условия. Условия здесь очень хорошие. Видите, отдельные палаты. Это просто замечательно. Удобные кровати. Туалет, этот, душевая там у нас кабинка. Ну, мне здесь очень нравится. Всего стационар рассчитан на 36 коек. Основная направленность – терапевтические больные нетяжелой формы. К их услугам подготовлены 12 просторных и комфортных палат, оборудованных по самым высоким стандартам. Что касается медицинского персонала, то в штате стационара 2 терапевта и 9 медсестер. Здесь можно получить полный спектр услуг – от обследований, в том числе на рентгене и УЗИ экспертного класса, до вдумчивой и эффективной схемы лечения. Немаловажно, что стать пациентами Молоковского стационара могут не только местные жители. Эта больница рассчитана не только на Молоковское поселение, она рассчитана на Володарское поселение, на Развилку, совхоз Ленина, Ленинские горки. То есть все эти поселения, они, главные врачи, созваниваются, берут плановые места, и у нас могут госпитализироваться и получить лечение полноценное. Несмотря на то, что стационар работает недавно, здесь уже все отлажено и функционирует как часы. Чтобы убедиться в этом и проконтролировать ход работы, в больницу с визитом приехал начальник 5-го управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области Вадим Зеленев. Побеседовав с пациентами стационара и осмотрев палаты, он также проверил укомплектованность лекарствами. Весь необходимый запас сам лично посмотрел, убедился в этом, здесь имеется. И пациентам ничего не надо за свой счет приобретать. Выделили определенное финансирование, аукционы все отыграны, препараты все закуплены. И инфузия тоже все имеются в наличии. То есть с препаратами здесь проблем никаких у нас не возникает. Впрочем, открытие стационара – не единственная новость Молоковской больницы. Здесь ведется планомерная работа по привлечению высококвалифицированных кадров, в том числе и узких специальностей. Так, буквально пару дней назад вести прием стала репродуктолог Анна Снегур. Мои пациенты – это пациенты с бесплодием, пациенты с невынашиванием беременности. К сожалению, у нас таких очень много. Это подготовка к ЭКО непосредственно. Соответственно, все, что в моих силах, мы делаем. А в самом ближайшем будущем в Молоковской больнице планируется открытие кабинета стоматологии. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.